Добрый вечер, друзья. Дженни собралась домой. Ждем, когда Витя сделает вечернюю уборку. Женюха уже знает, уже и покупалась на озере, и здесь у людей попросила еду. И к двери уже несколько раз подходила. Нету Вити. И такая грустит. У них настолько, друзья, установились с Витей отношения. У этих слоних интересные. Сегодня утром Виктор рассказывал, что он увидел пустые, значит, кормушки. Наложил яблочек там завтракать, значит, морковочки, всего наложил. Стояла Магда пила. Все выпила, подходит к Вите, берет его за руку и ведет к поилке показывать, что вот, опять наливай, вода закончилась. Подходит к Дженни, сел, что-то там делал. Дженни подходит, его берет хоботом тоже за руку и ведет к воротам, показывает, все, пора гулять. Дженюша. Все, вечерний обход уже опять. И к людям, может, вкусняху дадут какую-то. Вот так. Скажи, Витя, не идет. Может, тут кто-то что-то, никто ничего не дает. Вон. Тянут яблочко. Еще что-то нашли в рюкзачке. Дженюшке такой, несмотря на то, что сейчас вечер, она еще не ужинала, но уже такой бачок кругленький. Красотка наша. Сейчас придет Витя. И надеюсь, что я вам покажу, как Дженюха его поведет. Скажи, что ты просто тянешься погладить меня. Скажи, протяну руку, значит, что-то дай. Показывает, нету ничего. Сейчас чуть-чуть подождем. Дженни не дождалась, пока Витя пришел в вольер. Сама. Витя, открывай. Я домой пришла. И тут идет Витя. Дженюха дождалась. Скажи, Витя, я обиделась. Почему ты мне так долго не приходил ко мне? Дженни, не обижайся.
Я же работал, я тебе мыл морковку. Давай опять дружить. Нет. Нет, ножкой, видите, как так? Тун-тун-тун. Же я обиделась, я девочка, я обиделась. Уговаривай меня, уговаривай. Неси дыньку. Дженни, скажи, пошли, помоги мне открыть ворота. Пойдем, там я тебе и дыньку приготовил, и яблочки, и сладкую морковку. Помогай открывать. Ну что, ты будешь помогать открывать или не будешь? Говорит, Дженни, давай не будем ссориться. Пошли, пошли, помогай мне открывать. А все уже хвостиком завиляло. Все уже, скажи, ладно, Витя, я тебя прощаю. Открывай. Мне дружба, жвачка. Все. Помогай открывать, помогай. Ты в такую щелочку не пойдешь. Давай. Опа, помогла. Молодец. Назад закрыла. Ну. Сама не захотела открывать внутреннюю решетку. Скажи, ведь у тебя же девочка. Любимая попа, толстая. Вот, вот, вот. Хоп, попой так, легонько. Зашла. Сено. Все, пришла она, пришла. Витя, подавай воду, сладкую морковку, дыньки. Скажи, подавай. Где мой ужин? Все, не буду тебе мешать, не буду. Ужинай спокойно. С любовью, Стоян.